Доброе утро, воронежцы! С вами Виктория и мой прогноз погоды на ближайшие выходные. В субботу, 14 марта, ожидаются кратковременные осадки. Температура воздуха составит плюс 8 днем и минус 1 ночью. В воскресенье будет переменная облачность. Днем 2 градуса тепла, ночью похолодает до минус 3. Ищите сотрудников в свой штат? Начните поиск с сайта «Блокнот Воронеж». Размещайте свои объявления в разделе «Работа». Его увидят тысячи жителей нашего города на сайте и в Инстаграм. Условия размещения можно уточнить у нашего менеджера. Телефон в описании.